Приветствую, друзья, на канал Bobplay. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки под названием Surviving the Aftermath. Пятое обновление The Sanctuary. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, сегодня у нас по планам будем добивать битку колонии. Откроем все постройки, улучшения и разные игровые автоматы, ну и развлечения. Потом добьем исследования. Вот здесь остались у нас две: прогноз погоды и универсальная резина. Ну и потом уже пойдем по пище. Ну, по пище будем бить сначала по методу бурения. Ну, как и обещал в предыдущей эре, друзья, проверим, короче, статистику. Да, посмотрим, чтобы вы видели, да, что тут ничего не изменилось. 67 не прожито, 0 смертей, костров перейдя 6, всех пришедших групп 11. Оставшиеся 11. Итак, мы сейчас будем заниматься... Так, начнем сначала с развивания вот этого, с колонии. Будем уже вот продвигаться понемножечку вперед. А почему-то не исследуется. Насчет у меня исследуется здесь, да? Или что случилось? Подожди. Что за шляпа? Я не понял. Медпункт. Ну. Очки 150. А почему ты не позволяешь мне ничего сделать? Да подожди, что за... Что за ляжа? Или что-то уже исследуется? Открыто. Пища. Вроде бы ничего не исследуется. Что за херня? Ладно, подождем. Может быть, что-то поставил, я что-то просто не вижу. Окей. Хорошо. Ладно, сейчас, значит, друзья, построим. Мы открыли в прошлый раз. Открыли мы баню. Это вопрос, где она сейчас находится, это вот это будет интересно. Памятник, арена. Ну вот здесь у нас банька. Или полевой госпиталь. Подожди, а где наша банька? Комбинат. Интересно. Хранилище, надежный склад. Ладно, окей, тогда построим сейчас надежный склад, потому что у нас нет надежного склада. И будем уже дальше. Хорошо, нет надежного склада нигде, да? Я не вижу нигде его. Не, вроде бы нигде нету. Есть у нас... Подожди, а где же тут? Подожди, что-то я тут... А, вот здесь я строил это все дело. Уже что-то позабыл, чуть-чуть. Так, ладно, короче, строим склад. Надежный склад чисто-то построим, чтобы он был. Так, смотрим, куда можем его забубенить. Так, это не сюда, это не сюда. Куда-то в эту сторону положим, да? Его на... Не, ну то есть слишком далеко. Значит, это... Блин, ну как-то ты тут ни к селу, ни к городу, блин, стал, не знаешь, куда тебя засунуть. В идеале, конечно, был сюда бы забубенить его, но нет места. Ладно, поставим его сюда пока что. Пусть стоит здесь у нас, по идее. Дальше, что хотел я? А, приняли груди люди, два взрослых. Берем. Ух ты, какая интересная. Ученые. Хорошо, возьмем. Пусть она у нас будет здесь. Отлично. Текст. Фермы, да, у нас, друзья, как вы помните, да, фермы у нас были посажены, все высадили. А вот что по изучениям, я не понимаю. А, сгибание металла, друзья, изучается. Вот почему ничего не мог запустить. А потом мы пойдем уже лачить. Окей, значит, что мы можем сделать пока что? Мы это все делаем. Естественно, питание, фермерство. Окей, производство. Что мы можем еще только построить, что у нас открыто, но не построено. В колонии что-то у нас, походу, есть. Надежный склад, стеллажи. Вот, баня. Где ты находишься? Баня. Чистота. Но это обслуживание. Ну, тут чистота должна быть... Где она должна быть, вообще интересно? Ну, здесь, может быть, нет? Ну, навряд ли здесь. Значит, здесь. И тут я тоже не вижу. И здесь я тоже не вижу. А, вот он, наконец-то. Так, она трогает дрова. 8 в день. Ну и давайте тогда поставим баньку, друзья. Баньку забубеним куда-нибудь сейчас. И где засунуть его? Сколько на место занимает? Сейчас проверим. Или широту дома. Ну, по большому счету, да. В ширину дома, получается, она вкладывается, да? Да, что-то так, вроде этого, плюс-минус. Ну, еще построим баньку сейчас. Люди будут мыться, умываться и заниматься всяким... плотовством в этом помещении. Это так, шутка, конечно. Так, хорошо, но не шутка. Ну, как говорится, в каждой шутке есть доля правды.
Вот химкомбинат нам еще, друзья, нужно, нужен бензин. Но, как мы говорили, как я говорил, мы будем это строить где-то здесь, в этом районе, где у нас индустриальные постройки. Где-то вот здесь, например, мы построим химкомбинат сейчас. Где у нас химкомбинат? Ремонтную мастерскую нам тоже, кстати, надо построить. Ну, в первую очередь, нам надо химкомбинат построить. Химкомбинат. Нам нужен бензин. А, жопа тебе, а не бензин. Здесь даже нельзя засунуть его, ёхтыма. Ладно, здесь. Ну, тоже не смогу здесь, потому что будет мешаться это. Ладно, ладно, ладно. Как скажете, значит, сделаем так. Вот так делаем, потому что я хочу здесь дорогу потом провести в будущем. Даже сейчас этим сделаем дорогу. Грунтовая дорога, вот так. Хлыбысь. Хлыбысь. А почему ты не... Ну ладно, ладно. Окей. Блин, не, надо же, друзья. Так, это не будем тащить дорогу сюда, но вытащим вот так. Вот так, вот так. Доходишь вот так? Хорошо, хорошо, вот отлично. Отлично. Все. Надежный склад построен у нас. Смотрим дальше. Дальше, дальше, дальше. Изучается. А, кстати, нужно до карты мира же обновилась. Ты куда и шел, дружище? Домой? Домой, 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 домой. Ты у нас что делала? Надувала. Это же навыки. А у тебя что тут? А. Ну, ты у нас разведочкой занимаешься. Хорошо. Что ты здесь делал здесь? Ах ты тут, а, ага, ты на машине. Так, а ты у нас таблеточки добывал, да? Отлично, отлично. А, доски? Давай, берешь доски, пригодится. Но это у нас там находится женщина, так что пусть она там и тусуется пока что. Отжим обратно. Так, старая скорость работает, все работает, все хорошо. Так, значит, значит, друзья, можем даже здесь... Что такое? Крупный бизнес. Окей, что-то приехал. Давайте что-то купим что-нибудь. Так. Что у вас еще есть? Мясо 52. Ягоды. Сколько у нас дерева? Сколько у нас мяса? Сколько у нас деталей? Да, да не надо ничего, по большому счету. Уезжай. Нам у нас все есть. У нас все отлично. Так, банька строится. Банька строится. Да, может, приоритет поставим побольше. Может быть, как-то будет все будет происходить более быстро. И... как-то прогрессивнее. Так, что у нас здесь? У нас здесь усталость, истощение, лучевая болезнь. Твой родился ребенок. Да, у нас, друзья, видите, у нас сейчас уже сколько детей на 6? 6 из 7, да? У нас получается 6 детей. Это вот из этих двух домов, да, у нас и нормальные детики рождаются. Так, я извиняюсь за эту парашу, которая тут хоть выскочила. Ну, тут всякого разного на ютубочке сейчас. Так. Окей, ладно. Так, дальше. Как долго ты будешь изучать эту систему? Я уже запарился. А, все, я могу уже изучать, да? Отлично. А почему не получил оповещение? Бляха-муха. Ладно, пиши к специалистам. Так, где-то там сюда. Ты все до дома не доберешься. Давай последние таблетки собери. У тебя, по идее, ты должна выжить. Да, у тебя 7 очков осталось, все отлично. Потом пойдешь домой. 69, там все пусто. Отлично. Ты сюда? Тараканы. А ты у меня чем занималась? Таблетки добывала тоже, да? Скорее всего. Ну и по лицу тоже получила. Ну и здесь, я думаю, сейчас будет нормально. Очень удачливая женщина. Она еще ни разу не получила звездюлей. Это радует, это радует. Это заберешь еще. А это пусть там сидит. Мы сейчас поставим на машину, чтобы она мне не мозолила глаза. Пусть начинит машину. Где-то у нас была машина. Вот, вот сюда мы ее поставим. А что здесь? А, людей нет, да? Ах ты, бля. Вместимость. Смотрите, какая тема. Вместимость такая, вот показывайте мне. Окей. Специалисты готовы на карте мира? А это что-то... А, это женщина. Окей. Забьем на нее, забьем. Так, 19 часов. Окей, поработаем, поработаем. Так, смотрим, что у нас с комбинатом. С хим заводиком, говорится, да? Строишься? Ой, ёпта, да они тут еще носят и носят. Далеко, потому что находится. Я надеюсь, что они в будущем придумают какую-то вещь, куда можно будет, как говорится, передвигаться на каком-то транспорте по нашему поселению. Было бы вообще круто. Ну,
Это опять же мои надежды, а как будет в самом деле, никто не знает, и не будем загадывать, конечно. Смысла в этом нету большого, а разочароваться всегда мы сможем в будущем, если что. Так, хорошо, сюда не два, мастерскую хотел поставить, вот что я хотел сделать, мастерскую. Мастерская у нас находится вот здесь. Мастерская, сколько ты занимаешь место, мастерская? Могу тебя сюда загубенить куда-нибудь? Хер с два. Значит, сюда. И сюда тоже не могу, да? Ах ты жопа. Здесь я тоже могу вот так чатить чуть-чуть. Давай попробуй. Что? Что, блин? Он, например, дорогу. И теперь можем поставить мастерскую. Кстати, полевой госпиталь. Вот что я хотел сделать еще. У меня же полевого госпиталя нету. И это мы сейчас с этим сейчас и займемся, друзья. Это уничтожить. Это уничтожить. И это... не знаю. Подожди, уничтожить или нет? Подожди, давай сначала поставим одну полевую. Посмотрим, сколько места надо. Отлично, она просто сюда вписывается, как полагается. Сначала построим одну эту, а потом уже эту снесем. Чтобы у нас вдруг кто заболеет, чтобы он не умер. Грешным делом, как говорится, да? Так, хорошо. Что с комбинатом? Комбинату еще надо железо. 10 железа надо принести. Окей. Ремонтная мастерская завершена. Хорошо. Мы сразу урубаем это так. Переместить рабочую... Ага, переместить рабочую зону. Куда нам более важно? Вот сюда. Вот сюда нам надо. Сюда надо. Вот сюда. Вот так. Отлично. Вот я о чем говорил, да? Инфекция. Видите? А у нас сейчас пока это строится здесь. Как построить, так мы это снесем и поставим еще один дом, еще один полевой госпиталь напротив этого строения. Напротив этого госпиталя, скажем так. Но у нас сейчас будут проблемы с электричеством. Окей, хорошо, ладно. Это можем взять. Это у нас новое обновление, молниеотвод. Это мы поставим. Я сейчас думал... Где-то в этом районе или в этом районе где-то ставить. Вот, наверное, сюда, скорее всего. Не, ну сюда здесь плохо будет, очень плохо. Тут, не-не, здесь у нас будет. Или, может быть, где-то здесь. Не, навряд ли, не-не. Я думаю, мы все-таки построим где-то в эту сторону. Будем Блин, опять же, тоже очень много здесь плодородной земли. Ну, посмотрим, куда мы засунем электричество. Так, кстати, насчет электричества у нас есть большой вот ветряк. Ага, и мы не можем сюда его загубенить, а сюда куда-нибудь можем тебя загубенить. Надо сделать ему отдельное место для этого всего дела. Например, где-то... Вот. Давайте мы все-таки его... Да не так я хотел сделать, но... Отмена. Так, буквочкой R мы покрутим его. Так, хорошо. Один есть. Потом сюда поставим молниеотвод. Просто не знаю, сколько места занимает. Или может молниеотвод сюда, молниеотвод сюда поставим. Посмотрим. А что здесь происходит? Почему тут какой-то ремонтный значок показывается? Что, поле надо починить? Я не понимаю, что случилось. Да, народу не хватает, друзья. Нам надо очень много народу, а у нас его нету просто. Так, это уничтожить. Так, у нас получается здесь 6 пациентов, она была 2-4 тоже 6. Ну, мы не будем сейчас торопить события, как говорится, да? Подождем, пока у нас получится вся остальная система. Так, перейти на карту мира, пошли. На карту мира, ты у нас где? А ты у нас лечишься? А ты у нас тоже сейчас пойдешь лечиться, потому что тебе это нормально покоцали. Ты доправляешь, проверяешь дальше все это дело. Давай ты пойдешь проверить, что здесь. Для разнообразия. Дрова. Ты вот здесь все собрала, да? Давай ты в машинку. И с машинки ты едешь домой. Окей. Давай заценишь это, потом машину, потом проверим это. Так, хорошо. Ладно. Поехали дальше. Так, кажется, мне музыка слишком громко играет. Сейчас, друзья, поменяем чуть. Настроим. Окей, сейчас уже получше, походу я по крайней мере себя слышу, сейчас, а то, блядь, надо было чуть погромче разговаривать, и не знаю, как это будет
в дальнейшем отразится на нашем видео. Вот. Так, что у нас здесь? Завод почти что готов. Это радует. У нас будет производиться бензин. Так, у нас дохерища масла просто. Но опять же, у нас просто дефицит рабочей силы. Просто дефицит рабочей силы. И у нас энергии нету. Ладно, надо срочно строить вот эту тему. Давай высокий приоритет. Угу. И сразу ставим еще один. Но это ставим мы на паузу, чтобы ресурсы носили только на одну часть. Потому что надо 14 конденсаторов. Бля, как много. А давайте сейчас торговцев посмотрим. Может быть, что-то с кем-то можно поторговать. А где у нас? У нас было, походу, где-то... Вот, Акроник. Может, у них есть какая-нибудь хорошая... Вот, комплектующая. Сколько вы хотите? О, нормально. А мы вам продадим... Знаете что, друзья? Мы продадим вам бетона. 100 штук, например. Ну, или... Сколько у нас там вообще у бетона? 3. До, свободно. 150 даже, мы дали 150. Я получу еще 600 баксиков. Окей, все, у нас один есть торговец. Так, поехали. Так, закрыть. Что у тебя здесь еще есть? Строится. Что у вас? Покажите. Может, у вас тоже есть что-то няшненькое? У вас тут универсал. Говно не нужно. Обратно закрыть. Что у тебя здесь есть? Давай, торговля. Кондинг комплектующий. Сколько ты хочешь за них? 300, блядь. Ух ты, блядь. Отсоси у, как говорится, Васи Пупкина, да? А вообще ли заказали эту тему? Походу нет. Блять, добил. Давай 130. Подтвердить. Назад. Закрыть. Назад. Не знаю, блин, похуй. Что-то не знаю, провтыкал, я не понял. Собрание ресурсов, ядерные отходы. Окей, поплыли. Значит, какие заходы? Тут уже еще, блин, у вас тут целая куча еще. Где вы собираете? А, вот где ты собирал. Так, что у нас около дома все нормально? Давай тогда здесь будем чистить. Переместить рабочую зону. Вот сюда, потому что тут дохерища радиация. Или люди ходят здесь. И, скорее всего, заразу к ним схватят. И будет очень нехорошо. Так. Запускаем. Третья карта мира. У нас рекруты реснулись. Не рекруты, а эти как вам. Наши чувачки. Окей. А ты куда-то же направлялась у меня. Да, давай за антибиотиками. Ну. Ай-яй-яй-яй, получил все-таки люлей. Так, что у тебя здесь? Хорошо, повезло. Давай до машины. И на машине ты поедешь. Ну, сюда нет смысла, давай сюда. Все, тебе надо хилиться, у тебя там ход закончился, походу, да? Все. Женщина. Окей. Вернуться в колонию. Это закрываем. Так, у нас изучили, да, уже? Блин, еще 2 часа. Сейчас молния отвод забубеним. Так, что с энергией у нас? Надо еще сейчас пока-то... Сейчас это достроится, у нас будет все чики-пуки. Окей. Дальше что идет? Сохранение знаний, создается библиотека. Исследуем. Следующее, что мы строим? Мы строим. Ну, будет вот молния-отвод. Ух ты. Нормально, немного места занимает. Если то, что мало территории покрывает он. Может быть сюда засунуть его? Нет, не получится. Давай сюда его поставим. Молния-отвод. Вот. А что ты требуешь вообще? Конденсатора 3, 10 этих... А, мало резко. Отлично. Сейчас у нас энергия пойдет в плюс. Так, у нас сейчас пока что по минусам все это происходит здесь. Ну, народа нету, блин. Нет, некому работать. Это печально. Бляха-муха.
Так, ну что ж, друзья, насчет по поводу вообще наших видосиков, которых уходят, да, сейчас у нас будет почаще это все происходить, так как мы уже наконец-то переехали, у нас сейчас все хорошо, все отлично, сейчас только осталось мелочи раскидать, и будет все отлично, вообще будет бомбезно. Так, ладно, ставим один дом. Второй дом. И строим дорогу. Мощные у вас и дорогу строим. Отлично. Так, у нас уже бездомные люди. Мелкие подрастают. Рабочая сила подрастает. Кому-то надо работать. И так, что еще у нас было? Так, у нас, кстати, у нас бензин производится. Так, что здесь? Ты где добывал? Переместить рабочую зону. Итак, друзья, пока я тут ждал, у нас был радиоактивный дождь. Друзья, и вот заразились, да, у нас пару колонистов, пришла еще одна группа людей. Я чуть подректовал здесь систему, пока ждал это все дело. Построил еще одну, в связи с тем, что у нас был радиоактивный дождь, построил еще один госпиталь. Вот, еще что-то пока что тут ждал, вот, построил мастерскую, ну и место для воспоминаний, типа так далее и тому подобное. Ну и еще баньку одну забубенил, вот, чтобы это как-то не растягивать на все видео, поставил сюда. Вот, так, дальше что у нас, смотрим, что у нас еще по идее. У нас йодных таблеток 5 нихера нету. Это как здесь стоит, так и стоит, ничего не меняется. Я вроде бы, знаешь, поставил, не поставил. Но все равно я не знаю, почему это не работает. По той статистике, короче, у нас где наше строение. Все вроде бы целое, нигде нету ничего продамаженного. Ну вот, не знаю, только 1.3, да? Где-то вот, где-то есть что-то сломанное. Вот, где-то вот это показать. Почему дальше уничтожить? Я могу починить, не знаю. Дальше. Тут картоха. Ну ладно, потом это починим, это поле. Не знаю, почему это поле сломалось вообще, по идее. Без понятия. Так, и что у нас осталось, друзья? У нас осталось парочка вещей, что надо открыть. Это игровые автоматы и развлечения. Изучаем сейчас кинотеатр, построим, ну понятно, что кинотеатр есть кинотеатр, и у нас еще есть арена, да, у нас сколько есть, 11 очков, сколько надо для арены, а у нас еще библиотека, да, сейчас арена, арена, блин, арена огромная, и значит, друзья, мы с этим займемся уже в заключительной серии по развлечениям, это уже будет финалка нашего развития. Вот мы построили метеоотвод, да, который это первое дополнение, то бишь первое строение в дополнение. Ну и второе строение дополнение это у нас банька, друзья, да, вот такая вот. Как это выглядит, да, тут моются девочки и мальчики. Что еще? Ну ничего больше мы еще так, ну что, мы развиваемся, все нормально, как уже видели, да, у нас пока что смертей нету, 7 катастроф пережито, да, все вроде бы хорошо, все вроде бы неплохо складывается, если бы еще только, блин, не болели радиационной болезнью, вообще было бы шикарно. Так, что у нас здесь? Эта женщина собирала у нас все вот эти дрова, потому что у нас сейчас 2 баньки, и они очень быстро кончаются. Это так, между словом. Так, эту женщину будем отсылать домой, потому что она уже почти что нормально отгребла. Так, этот чувак у нас смотрит сюда. Я вот машину еще выслал еще один патруль, чтобы они проверили, что тут вообще происходит. И что у нас сейчас тут осталось. Ну да ладно, тут уже не так суть важно. Так, у нас уже все пока что хорошо. Так, вот этот мне не нравится, что здесь вот болеет, да? У нас... нет, вроде бы нет состояния, нет. Кажется, что он болеет радиация. Но это визуальные баги, это не страшно. Так, что еще? Ну еще могильник построил, и на всякий случай. Мало ли что. Мало ли что. Большая груда бетона. А почему я их не собираю? Наверное, куда-то так. Клонить нужно взбодриться. Смастерить гитару, смастерить церковный орган. Счастье плюс 8. Давайте, что-то нормально. Все такие счастливые сейчас там. Органик поиграли. Замечательно. Так, ну что ж, нам осталось добить только игровые автоматы. Ну и потом уже тут у нас получается кухонка. Но это уже тоже опять же в следующей серии. Мы поработаем прогноз катастрофы. Универсальная резина. Этот мы тоже поставим. Но, блин, очень много энергии жрет эта тварь. Ну что ж поделать. Ну, это тоже никуда не денешься. Так, хорошо.
Так, хорошо, ладно. Так, сейчас добьем эту тему. Так, я думаю, что... А, нам еще же потом... А, ну да, потом это уже будет в следующем эпизоде, потому что, походу, 8 числа, если ничего не изменилось, да, в связи с этой короной страны, 8 числа должно выйти новое обновление, ну, посмотрим, что они туда ввели нового, мне просто интересно, как, что они в этот раз добавят туда, в эту игрушку. Так, что у нас получается? Так, что у нас здесь? Ты где? Тараканов собираешься, да? Так, а ты? Ну, давай рискнем с тобой, дружище, ты же вроде бы нормальный. Ну, да, получилось звезделей. Да ладно. Достали пару очков. Ты в машину прыгай и вали домой. А то ты уже полумертвая у меня. Как и машина сама себе полумертвая. Так, это у нас здесь новые рекруты. Так, что ты идешь в машину, короче, дружище. Иди ты сюда. А ты женщина. Блин. Ладно, хер с ним. Встанет сюда. Окей, что у нас там? Это хилится. Хорошо. Заражение уберем. Это... А где ты его находишься вообще? Она лечится или где она вообще? Походу, он сейчас еще откинется, да? Нет, вроде в состоянии нет, все нормально. Без понятия, ну такие-то баги, блин, не понимаю, что за херня происходит. Так, что у нас? Один день, 3 часа. Ну, а, врубаем вот такую тему, бум-бум-бум. 5 раз. Ядерные отходы, нужны новые источники. Так, где-то там. Переместить рабочую зону. А вроде уже перемещал уже перед этим, что мне тут опять? А, ну я ж потом пенял, людей забрал. Или что-то я что-то путаю опять. Надо, кстати, друзья, еще поторговали чуть-чуть, да, у нас, видите, уже 2867 монет, я отослал все караваны за конденсаторами, да, у нас, видите, пополнение в конденсаторах, это тоже неплохо. Так, это здесь тусует, ты здесь тусуешься, здесь ты что, тараканов собираешь еще, да, ну-да-да, ты и домой добираешься еще, да? Блин, протыкал. Так, короче, сейчас, по идее, должно у нее остаться 7 очков. А, не повезло, значит, мы еще раз можем... Использовать ее. Так, ты где? Ты здесь? Дяденька, вылазишь из машины и смотришь эту территорию. Так, нормально, 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 нормалек, нормалек, нормалек. 17 часов. Так, кстати, у нас тут, да, он используется 35% заполнен на 35%, так и у нас, ну, как-то начинается помаленьку заполняться наши, как его, склады. Масла много, бензина сейчас тоже производится, у нас, как говорится, ждать уже есть комбинат, да, все у нас нормально, все чики-пуки. Замечательно. Так, небольшая группа у ваших ворот, что ты хочешь? Давай, пусть, нам нужны люди. Один человек? Так как так? Давай добавляем сюда, потому что я отсюда убрал, чтобы пандемию пережить, блин, эту сраную. Не будем добавлять слишком много. 5 человек, пусть они 5 человек здесь работают, носят все, что надо. Так, карта мира, переходим. Так, это ты у нас все собрал? А, ну вот аптечки собери, а тут еще таракан есть. Ну давай рискнем с тобой еще раз, да? 40 должно быть. А, 30 даже снял, нормально. Не страшно, потом еще раз придем с ней. Побеседуем здесь. Так, у тебя женщина, что у тебя? Ты, блин, ладно, идешь в машину. На машине ты уезжаешь сюда. Ты, дяденька, идешь вот сюда, у тебя нормально. Так, ясно, детали, блядь. Хорошо, черт с ним. Потом я думаю, что это поле мы потом снесем, поставим новое, потому что мне что-то вот этот знак не раздражает. Развалин длинностного дома. Так, переместить рабочую зону. Блять, я же кажется все делал это. Что за... Он побольше, чтобы тут, блин, меня не тревожили. Изучение игровые автоматы. 1 день, 21 час осталось для изучения этого процесса. Окей.
Подожди, так, на пока мы ждем, надо что-то поклыть, посмотреть, что у нас происходит. Вообще, по идее, у нас все седое хорошо, есть смешанный рацион, пшеница, рыба, картофель, все у нас отлично, все у нас хорошо. Конденсаторы, это неплохо. Так, а ты идешь сюда, да? У тебя как-то очень тут широко ходишь, блин. Так, аптечки. А, ты идешь в машину, подруга. Ты уже достаточно страдалась, нечего тебе тусоваться более. Так. Ну что ж, друзья, я думаю, что вот на сегодня, сейчас мы сейчас туда добью, конечно, вот эту остальную тему, да, которая здесь один день остался. С колонией закончили, да. Следующее то, что я это закончу в офлайне, уже закончу вот это. Ну а потом уже на по пище пойдем, а тут довольно-таки много всяких вообще, бог, уже много всякого разного. Даже писец, улеп с подогревом, источник белка, кулинарные технологии. Что-то я не вложился, ну да, с тем переездом я что-то не вложился по своему расписанию. Должен был уже закончить, по идее, все прохождение этого дополнения, так как сейчас будет 8 число, я, наверное, не успею все-таки вылить. Может быть, я могу, сейчас буду каждый день его делать, просто по два видосика, чтобы как-то выровнять график по выходу этой игры. Вот, посмотрим, как получится. Надеюсь, что все будет окей, все будет хорошо. Вот, так что, друзья, если вам понравилось видео, конечно, ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик, оставляйте ваши комментарии с советами под этим видосиком. Обязательно прочту и отвечу, друзья. Если есть какие-то вопросы, опять же, тоже не стесняйтесь, задавайте их под этим видосиком. А на сегодня, друзья, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и пока-пока.